Новогоднее представление в Староскольском театре проходит с аншлагами. Сначала детвора смотрит постановку с любимыми персонажами – Дедом Морозом, Снегурочкой, Снеговиком. А затем окунается в рождественскую историю по мотивам сказки Гофмана «Щелкунчик». «Щелкунчик» – волшебная праздничная сказка, которая заставит даже взрослого хотя бы на миг поверить в чудеса. Юные зрители пришли в театр с родителями, учителями, воспитателями, чтобы увидеть красивую рождественскую историю. Я думаю, что он будет очень волшебный, очень много персонажей. Я, наверное, жду какое-нибудь красивое выступление людей, где рассказывается, как «Щелкунчик», к примеру, гуляет. Уже 12 лет «Щелкунчик» дарит староскольцам новогоднее настроение. В этом театральном сезоне привычный спектакль претерпел небольшие изменения. В роли главной героини сестер Марии и Луизы теперь студенты Ярославского института. Улучшилось качество декораций и, конечно, уровень игры актеров. Изменилось качество спектакля. Качество, да? То есть форма осталась, но как играют артисты, постановочно, как это сейчас сделано, это немножко другое. Вот здесь заметны какие-то улучшения, то есть спектакль приобрел такую более яркую, выразительную форму. В роли «Щелкунчика» все 12 лет Сергей Скоков и Егор Лифинский. За эти годы каждый из них около 100 раз выходил на сцену в алом мундире с золотыми пуговицами. После каждого сыгранного спектакля, признается Егор, он чувствует, что делится со зрителями своей верой в чудеса и добро. Если вы хотите подарить сказку своему ребенку и себя порадовать, своего внутреннего ребенка, то «Щелкунчик», театр – это отличное место, чтобы это сделать. Новогоднее настроение, веру в чудеса, веру в доброе, в лучшее, что добро всегда побеждает. Праздничный новогодний марафон на сцене театра продлится до 8 января, за исключением 31 декабря и 1 января. Анастасия Проурзина, Евгений Левошко, Илья Самсонов, 9 канал.